Все, началось, мы наконец-то снова погрязли во всех дрязгах. Это правильная шутка, но это неправильно. Да, друзья, у нас есть пьяный водитель второй, если вы вдруг не знали. Давай, мы больше не будем о плохом, давай о хорошем. Будем надеяться на лучшее, будем верить в слова депутатов. Ох, как неожиданно. Надо рассмотреть этот вопрос. Замкнутый круг? Круг замкнулся. Когда 5 человек играет, 6 не играет, это не игра, это называется мучение. Ничего не происходило, не о чем отчитываться. Идет бойня, я бы сказал. Вертайте за все мои деньги. Инициатива как будто бы хорошая. Праздник футбола вернулся на трибуну. И все, весь интернет ему лайк, давай, красавчик. Репосты, короче.